принесет, мы не спим. Ладно, домой. Сейчас спрошу. Тебе слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Сегодня день деревни Потеряевки. Уехало много людей. Я вот не представляю, как они будут добираться. Дождь, там дороги, наверное, размыло. Господь все усмотрит. Как брат Андрей здесь у нас, Головач. Я думал, Андрей, это Головач уедет на джипе на своем. Как эвакуировать, оттуда их повезет, там, видимо, на тракте? На Игорь, да? Вот. На Ниве. На Ниве. Ну, там еще и трактора, так что... Я вспоминаю как-то, ну, когда еще, ну, как говорят, прошлые годы, такое выражение, ездили. Там чуть ли не по колено нас на тракторе везли. Да бывало еще там какой-нибудь клин отломится, тут же тут его и вставляют, и варят, и делают. Вот как поездка, так это экстрим. Нет, особенно в праздник вот в этот, постоянно одно и то же. Нет, ну в этот не всегда, конечно. Всегда на день деревни. Всегда, да? Нет, нет, когда была хорошая погода. Давайте о болящих вспомним, но я вот сейчас о Валентине Ильиничне Фоменко скажу, Людмила Степановна. Что там у нее? 39 температура, надо скорую, врачей всего там. Перепутал имя, отчество, прости. Ты меня назвал вместо нее. Людмила Степановна? А, ну извини, Валентина Ивановна. А, да, все. Валентина Ивановна. Значит, она заболела. Ильинична. Воспаление легких, возможно, скорую я вызывала. На сегодняшний день, пока 37 температура, врач с поликлиники придет. Лечение будет она принимать. Шла хорошо, но тут Господь позволил споткнуться. Варит, благодарит за болезнь. Произносит символ веры четко, отлично. Поэтому будем славить Господа и за посещение болезнью. Теперь вот на том столе лежат очень хорошие газеты «Евангелие христиан-баптистов». Возьмите. Они для благовестия хороши и для каждого хороши. И для детей там и о пчелах, и о меде, и о молитве в 5 слов, равные 5 пальцам на руках. Господи, покажи, какой я и какой ты, Господи. Слава Богу. Для себя читайте и произносите благовестие, для благовестия, потому что люди не хотят слушать, но им остается мало времени. Сколько Господь отмерил? Мы не знаем. Души обращаются, Господь посещает. Если не привлечет, Отец Небесный, как Христос говорит, то и ко мне не придут. А Христос Спаситель. Будем славить Бога.
будем благодарить, и о внуках наших заботиться, и о тех, кто не пришел из близких наших родных и знакомых и друзьях, и о тех, кто у нас был, принял крещение, отошел, отвалился. Вот Андрусенко вот надо сейчас тоже там, беда случилась, отключили его. Ну, Господь говорит, гнали меня, буду знать и вас. Да удержит его Господь. Да поможет ему спасти душу свою, своей семьи и о грехах своих, которые Господь простил. Не вспоминать, а славить Бога. Слава Христу, во веки слава. Хвалите Господа, все народы. Прославляйте Его, все племена. Ибо велика милость Его о нас. И еще истина Его, Господня, пребывает повек. Псалом 116. Слава Господу Иисусу Христу за Его страдания за нас, за Его прощение нас. И сегодняшний день особенно. Пришла женщина, и Господь ей все рассказал, и она пошла благовествовать. Благослови, Господи, и нас. Ибо написано нам еще и в кандаке, как сказал Господь. Женщина, радуйтесь, и апостолам мир даруй ей, и подая всем воскресенье. Аминь. 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 Молодец. На Юле помолитесь, у нее вчера она экзамен сдала, и у нее воспалилось горло, что-то там, я не знаю, по медицине, там она сказала, у нее прям там плохо. А ей еще дальше сдавать, вот как раз сессия. А можно вопрос спросить? Да, надо петь, а у нее как раз воспалилось, она сегодня не пришла, и я вот тоже сейчас. А тут Андрусенко, это кто? Там тоже, видите, можно я скажу, там ситуация, то есть вы ролики смотрите. Вы ситуацию говорите, а кто такой Андрусенко? Ну, я дальше не нужно, чтобы были пересуды. Нет, дело в том, что вы сказали там о гонениях, там речь идет, я не знаю, не о гонениях. Просто назовите, кто Александр такой. Андрусенко принял крещение не вот этим летом, что было, а прошлым. А, прошлым, все. Все. Спасибо, принял крещение со своей супругой больше Светланой. Больше ничего мне не разговаривали. Потеряевки. Потеряевки от отца. Посмотрите в роликах, там беседа есть. Я вспомнила. С женой. Все. Еще что у нас? Кто болен? Ну, я думаю, что сегодня надо, конечно, молиться о наших братьях, чтобы добрались. Вот это. Не об этом не забывать, потому что, как я вот ездил, это постоянно, ну, такое напряжение. Ну, это, конечно, благое напряжение, но все равно. Выйдешь, не выйдешь. Дороги, как их не умощай, там все-таки полевые, дождь прошел, трактор проехал, все, дорог уже нет. Опять туда гравий, и опять все это заново и заново. И там туда надо просто в Потеряевку трассу делать как-то. Игнатьевич, еще совет дайте. Озера он уже сделал. Сейчас надо дорогу начать как-то делать. Там всего-то 12 километров примерно, 14. Там уже, кстати, начинали дело вот в советское время, бросили. Вот, может быть, на этой основе. Ну так, не знаю. Это на правах юмора, я сказал, конечно. Не знаю. У кого что еще, какие объявления? Расскажите вы о своей поездке. Да, я хочу это поделиться, как я съездила. Ну. Куда? Я ездила в Ишим, там, где находится наш епископ Евтихий. Первое, что я там пошла в воскресенье на службу. На службу в Богоявленский собор. Он там является настоятелем этого храма. Ну, служба прошла хорошо. Он сам говорил проповедь. Мне понравилось так. Вот он как раз по теме говорил. Как по Евангелию, что читалось, он говорил. Это очень хорошо говорил. Мне понравилось, он старался как-то. Но единственное, что у него как бы вот... У него есть немножко такие какие-то в речи такие невнятности. А так он хорошо говорил, очень даже это так твердо и настоятельно. И люди так внимательно его слушали. И видно, что они его любят. Вот даже видно, даже такой вот к нему какое-то. И я когда приехала, то меня встретила моя двоюродная сестра Клава. И она мне много о нем свидетельствовала. Она говорит, мы когда ходили крещение... там крестили своих внуков там, и такая ситуация была, как раз епископ Евтихий там был в это время, во время крещения, и какая ситуация была, говорит, одна девочка там кричала, там, знаете, крик какой-то, вот не человеческий, а такой крик
хор прямо был. И она, мы, говорит, все, мы уже оглохли все. Священника не слышим, как он нам там все положено по крещению. И говорит, такой ор, он выходит, девочку эту забрал. Она пока шла за руку, орала. Потом все, говорит, куда-то уже увел ее, потом мы, говорит, все, дальше продолжается крещение. И минут, может, через 10 он ее выводит. И мы все, говорит, прямо на нее смотрим, думаем, ну еще опять хоть уже заткать. И она молчит, он ее на руках несет, она молчит, он подал ее матери. Она раз, не захотела с матерью, встала. Рядом встала, так походила, стоит, молчит. И все, и до конца дня она молчит. Ну, до конца вот это все, что происходило, говорит. Мы все в таком были изумлении, такое, говорит. И я считаю, говорит, что это чудо. Я говорю, ну, конечно, это же епископ все-таки ваш. Но она говорит, и мы все, вот все так очень благочестиво к нему относимся, все прямо ему. Он так спокойно с нами, он внимательный, говорит, он с нами, ну, вообще-то беседует. Но я лично, когда служба закончилась, он ушел, и я, конечно, его подождала. Я там немножко мед алтайский, да вот такой, это кедровый, это самый бальзам там ему, да все такое. Но он вышел, и он узнал меня, когда я еще подходила ко кресту, он меня тоже узнал, так поклонился. Я ему поклонилась, и он так это. И потом я стою, и никак не могу дождаться его. А попросила там женщина, которая сидела, продавала за дверью. Она сходила, ну он вышел. Ну так очень сухо, конечно. Так, принял у вас подарить-то мед? Ну, принял так. Но вначале, ну так, как в прошлом году он был со мной как-то более такой, сели, беседовали, спрашивал. А здесь просто сухо такая, сухость такое. Ко мне отнесение такое. Ну, может, ему не домогалось. Он потому что, да, очень это старенький. Видно ему. Он не старенький, но еще молодой ему. Еще ему 55 даже нету. И поэтому вот он сердит, да, он молодой. С 55-го. Да. Даже нет, молодой. С 55-го 60 уже есть. Нет, не с 55-го, по-моему, даже. Но это не важно. Но факт тот, что он не домогал, я так думаю. Ну, в общем-то, единственное, что вот это вот мне посещение, вот это самое начало такое, мне было как-то приятно все равно, что в храме побыли, что вот сестра моя полностью простояла тут, не простояла, она прямо так тоже все, она говорит, я хожу, я причащаюсь, я исповедуюсь, ну, я говорю, пост, так, в общем-то, начало и конец, я говорю, ну, это, ну, там, беседы были. И я им привезла, знаете, привезла всем. У меня какое-то было состояние такое, что мне нужно, а вдруг я вот что-нибудь со мной случится, и вдруг немощь такая посетит, или еще лучше даже смерть. Но так я думаю, я развезу свои книги, которые у меня трехтомники. И я решила, что мне четыре сестры в Тюмени, в Ишиме. И я поехала и решила, что я их должна навестить. У Клавы пробыла, когда мы поехали на такое место, есть еще такая же большая, большой остров, деревня. Мы поехали, но там уже МЧСовцы работали. Там все разлилось, Ишим, и еще Карасук там разлилось. И там были, делали дамбы в МЧС. Нас пропустили в большой этот остров, где моя еще вторая сестра. Она меня оставила с братом, с моим ночевать. И понимаете, а эти уехали скорее, говорит, мы, то там нас это. Мы уже ехали тогда, то были дамбы на, вот так вот, ну вот так примерно. И вода уже вот здесь была, а мы вот здесь ехали, понимаете? Вода могла прорвать, но какая там дамба, это, этот глину, да, этот сам навозили. И они сказали МЧСовцы, а если кто-то там не задержитесь, уезжайте. Они через час уехали. И мы, нам давай приходить МЧСовцы. Где-то порядка начались с 9 часов. И, короче, нас где-то в 12, в первом часу, все равно ночью эвакуировали. Потому что такая буря была, такой ветер был. Такие огромные машины едут, там это все везут. И они подъехали и говорят, пока вот Тамара моя, она, у нее там такие родственники, в МЧС, да везде они специально привезли машину, такой микроавтобус. И говорит, мы вас потом на автобус там пересадим. Везли нас, и знаете, когда стали поворачиваться около дамбы, вот такие волны, как будто ты вот-вот в море где-то, вот такое состояние. Везде деревья стоят, и деревья за это, дома затопленные там, которая деревня полностью затопленная, примерно по окна, вот так затопленная. Вот все разлилось.
И нас вывезли ночью, и всех развезли по домам, и всех он за руку довел до дверей. Вот что, какая внимательница МЧСовцев. Спросили, какие наши адреса, и всех развезли. А нас уже там встречали, на ветру на таком, и снег пошел. Это ужасно было, какое состояние тревоги такое. Ну, все благополучно. Не знаем, как там дальше, но сказали, что 11-го, с 11 числа Казахстан сбросит еще 1.5 метра воды. Полтора. Если 1.5, то эту деревню тоже затопит. И, в общем-то, они, мы едем уже, когда еще проезжали, я к Лешкову приехала, мы там, ну, были вот на 9 мая к отцу на кладбище ходили, все такое, тут чествование было, тут мы положили цветы у отца, там, где у него это, ветераны все похоронены, ну, ветераны, где у нас отмечены. И вот когда мы поехали обратно из Плешкова, где уже отец там мой это похоронен, где я там жила, и мы поехали, и знаете, где-то часа, наверное, в 3 нас тоже не выпускают уже из тут, где на поезде мы должны были поехать. Потом решили на машине. И на машине нас повезли. Нас МЧС опять не выпускает, вот здесь не выпускает и все. Пока он с нами разговаривал, проехала махонькая машинка, он говорит, там в 3 местах уже вода пошла. И это такую хитрость проявили они. А этот сидит, говорит, да ты что, у нас такая огромная машина, а это маленькая. Говорит, тогда ждите, вот они сейчас вернутся. Мы 5 минут подождали, он не вернулся. И мы за ними тогда. И вы знаете, одну проехали, ну невысокая, вот столько воды. Другую поехали уже по колеса. И он, короче говоря, мы проехали, и когда мы стали дальше ехать, где заливало нас-то, когда мы проезжали, где деревни залитые, а там все счищают уже, это всю дамбу убирают, то есть вода, чтобы хлынула дальше, потому что что-то будет еще больше затопления. И такое вот страшное там, страшно как-то было, тревога. Ну, нормально здоровье, только не приехала, было, когда она работалась на саду, а больше искушений не было. У меня так попутчики были, я там книги раздавала. Встретилась с мусульманкой. Вот знаете, сидим вот в поезде, когда я ехала, так интересно получилось. Я подошла, там сестры, молодые женщины сидят, я им хотела это. Они говорят, ой, нет, вы что, какие нам эти, ну, визитки, Евангелие хотела раздать. Они отреклись. И я сижу, заходит мужчина, поздоровался со мной, я говорю, здравствуйте, утром, на следующий день. И тут женщина-мусульманка, мы с ней спать легли вместе, а утром, когда я стала ему говорить мужчине, это давай мне такие вопросы задавать. Не только. Вы люди Писания, вы люди... Мы чтим вашего Иисуса, пророка. Ну и когда много столько вопросов, и она меня, вот знаете, до такой степени люди-то слышат, так хорошо было ей говорить, все люди слышат, двух купе слушали. И у нее, она все мне книги взяла. Потом даже у меня спрашивала, а я говорю, вот так, вопросы, я говорю, вот мы сравнивали ваш Коран, сравнивались с нашей Евангелием, с Библией. У вас 150 страниц, у нас в Библии 750 страниц. Вы изучаете 25 лет, а у нас не совсем православные изучают. Я вот 20 лет изучаю, и говорю, и то, я вот это, она задавала столько вопросов. Я так рада была, что она со мной была, и что люди все могли слышать, они же не могут уши-то заткнуть-то. И это было очень приятно мне. Вот это меня прям порадовало. Больше всего даже. Дух Святой ее тронул, чтобы она... Так не Дух Святой, а у нее вопросы такие. И она едет в Москву, у нее в Москве там муж. И она едет такая, видно, что она непростая мусульманка. Очень такая начитанная. Очень говорит, что нет, вот то-то, то-то. А я говорю, нет, а вот написано так. Ты Писание веришь? Она говорит, а вот написано, веришь нашему Иисусу? Да. Вот, говорю, Иисус написал так. Она говорит, так. А как правильно, а лучше, чем у нас. Понимаете, вот у нее было такое, прямо вот она как ребенок. Ну, ей 52 года, у нее же внуки есть, но выглядит молодо такая, вообще очень энергичная. Ну, спаси Христос за то, что вот мне Бог позволил, как-то меня подвинул к этому. Еще у меня, можно, Игорь? У меня еще вот молодые сестры у нас, которые там вот с детьми находятся, они попросили, чтобы я сказала, что вот нужно... сделать нам пока за лето каждую комнату. И вот надо распределить в храме от комнаты глухонемых, допустим. Ну вот где на комната? Та вот, которая, где им это самое, та комната. Нужно там, нужно будет помыть, там что-то это самое, нужно навести порядок там. Ну уже бы обои бы поменять, уже страшно. И вот как раз мы... Давайте, нет, да, вот мы должны распределить, за кем... Нет, просто чистоту.
Генеральная уборка. Ну, генеральная уборка. Не говорим мы о смене этих. Он не разрешил. Да, вот раньше делал. Я не говорю. Ну, этими щетками потолок протрем. Правильно же, дышать лучше будет. Давайте подождем Одна Тихоновича, уедет. Когда уедет? Так об этом и речь, что сейчас его нет. Он же скажет, и так все чисто. Так он приедет завтра. Не, ну он уедет 10 июня. Ну, мы будем да, вот. И просто дали мне список целый, закрепить, кто будет. Вы подумайте, кто в каком месте будет. В детской, это будут мамочки. В храме, где братья находятся. Подождите, а уборку-то при чем тут Игнатику? Уборка у нас никак не лимитируется. Ну, у нас я вот надо просто убираться и при Игнатии Тихоновиче. Да, и при Игнатии Тихоновиче иногда приходит сестра убираться. Он говорит, ключ не дам, и так все чисто, идите домой. Ну, вы что, его не знаете? Ну, прибраться-то надо. Посмотрите, да, вот пол, какая граница, чернота, с мылом вымыть. Запишитесь, я кто когда может это такой сделать, что тут... Вот там все запишитесь, и старые, и малые братья. Да, покрасить вот лавочку могут и братья на себя взять. Вон Андрюша, например. Надо кочегарку подбелить. 5 лет не подбеливали, не подмазывали. Да. Кто-нибудь возьмитесь из братьев. А сестры возьмут храм, трапезную, разобрать вот эти все комоды, завалы, уже ящики не вдвигаются, натолкали туда, разобрать, выкинуть лишнее. Вот эта уборка, она сама по себе, ее не трогаем. Она как шла, так и пусть идет. А это сами выберите себе за лето-то хоть один раз прийти на 2 часа сюда. Что-то поделать. Каждый вместе. Те же бабушки придут, комод разберут. Мы оставим на столе вот это вот, а? Дома же делаете. Сестры. Еще это. Ну, я хотел обратить внимание, вы вообще делаете, что вот Игнат Тихонович едет, и мы как-то... Нет, это план мероприятий, хороший, законный, Игнат Тихонович благословляет. Кто, когда он запрещал? Просто ну, если вам... Если вы говор... Шторы трогать он не разрешает. Ну, со шторами придется все-таки с ним согласовывать. Вот, ну, все, шторы он так и не разрешил. Ну, не разрешил. А стены протянет, и протянет запрещал. Просто давайте так, договоримся, что если он что-то запретил, давайте это делать все-таки по его разрешению. И уговаривать, скажем, петиции, составлять... Причем здесь сейчас тему эту ну, называть? По уборке нет, давайте, а не про Игнатьича. Да. Зачем? Вы про уборки, вы начали... Тихо, давайте порядок соблюдать. Давайте так, начался с того, что вот сейчас уедет тятя, и мы тут начнем. Нет, у нас все идет, как и при Игнатии Тихоновиче, и как с Игнатием Тихоновичем все. Единственное, что... Если это удобно вам будет делать летом, слава богу. А вот когда же больше? Зимой? Если сейчас неудобно, тут Игнат Тихонович абсолютно ни при чем. Раньше, все, что касается запретов, какие он сказал, надо с ним разговаривать. Лично мое мнение, я не вижу никакой трудности вот, постирать шторы и повесить их назад. Это, ну, я это не вижу трудности. Он решил, что их трогать не надо. Почему? Может быть, был какой-то его... Огорчение ему с этим вопросом сделали. Не знаю. Надоели мы сами. Мы в детское взяли, постирали, повесили. Никаких проблем. Надо было сделать небольшой ремонтик. Сделали. Он приехал, ну, похвалил. Ну, тут многие трудились, на самом деле. Это не то, что там я там. Многие помогали. Ну, молодежь, чтобы, конечно, там потом. Вот. Молодцы. Так что... Подумать нам нужно будет. Распределиться, но это сейчас что мы будем разбирать? Это просто повестка такая, прорабская. Перечень работ. Сестры, скажите, вот у кого еще есть объявления, действительно нужды помолиться, потому что разойдемся и все, и не знаем, о чем помолиться. Вот вы рассказали хорошо о своей поездке. Я хочу сказать, поблагодарить Бога, потому что когда вы ехали, мы молились и вот перед вашим отъездом, и тем более вы уже, как говорится, беспокойство о вас было. Вот. Игорь каждый раз мне помогает. Ну, слава Богу, просто если у меня будут путешествия, но у меня нет путешествий, я просто позвоню, если какие-то будут предстоять вопросы. Вот. А особенно путешествия, это всегда опасность. Одно дело, мы молимся там, ну, о каких-то, о работе, но это текущая деятельность. А вот если куда-то едешь, всегда риск. То какие-то погодные условия, то опасность на дорогах, то попутчики какие-то. Вроде бы так же едешь по работе, работа, но... Сама дорога – это уже работа и опасность. Поэтому у меня особо сердце расположено тем, кто путешествует, те в пути. Вот я постоянно удивляюсь, как дальнобойщики работают. Там и дороги бывают не всегда хорошие, и жара бывает летом, и холод зимой вообще. То есть о путешествующих молиться. Не зря у нас все это поставлено, молиться о путешествующих. Вот. А сегодня еще раз напоминаю, у нас путешествующие, те, кто уехал в Потеряевку. Да. Дождь сегодня с утра идет, вчера капал. Там не знаю, как они поедут. Дай Бог, чтобы они возвратились в мире. И чтобы все мероприятия... А еще это, митрополит вроде бы как Сергий должен был поехать туда, я слышал. Или это неправильно?
Он уехал, да? Ну, должен был. Должен был, да. Ну, видите, опять дорога. Я сегодня с утра думал. А сегодня как вам проедет? Может, тебя запомнить? Если объявлений нету, говорите. Вот, помолиться прошу. Мне пришла бумага. У нас дом не переоформленный, как родители умерли. И, в общем, там много очень проблем. Вот, надо помолиться. Ну, дальше что? Скажи, что в бумаге написано-то? За что молиться-то? Административное нарушение, там и штрафы, наверное, да и суды, видно, будут там вот так вот. Ну, обратись. Нет, бумагу ты привезла эту? Да. Привезла. Надо повод. Ну, обращайтесь. К специалистам, да. У нас есть и экономисты, и юристы. Да. Обращайтесь. А главное, это, конечно, помолиться, чтобы... А то бывает, что думаем, что мы правы, а мы не правы бывает. Поэтому тут как Бог уже... Нет, ты скажи, что там даже написано, что приходить с кем? Туда приходить. Ну, точно. Нет, ты там. С адвокатом даже. Фармацевт соседка мне сказала такую информацию. Если она верна, то это действительно демографический кризис нас ждет. Она говорит, препарат Кагацел, который самый одобряемый всеми врачами, назначаемый только им, его назначают педиатры. Это типа виферона, эргоферона, для иммунитета детям, чтобы во время болезни. Она сказала... Он влияет на мужское бесплодие в будущем. Это значит, у нас мальчики вырастут, когда они не смогут быть отцами. Сейчас у нас такая политика, президент поддерживает развитие демографического, вот это вот, чтобы рост населения был. Если вот это все делается, это как просто какая-то диверсия. Еще она сказала, что амиксин, который тоже противопростудный, он на зрение влияет. Поэтому имейте в виду. Ибупрофен, нурофен детский. Самый бупрофен в составе тоже влияет на зрение. Вы читайте, там все аннотации написано. Она говорит, мы знаем, мы не берем. Вот знаете, это скрываемое влияние. Подождите, вот смотрите, какая. Как мне известно, любое лекарство имеет побочные эффекты. Да как? Вот. Ну вот как мне лично известно. Бомба замедленного действия. Палка о двух концах. Человек не принимает или нарушает график приема, он себя травит. То есть там надо определенный график пролечился, все будет хорошо. Если он что-то начинает самостоятельно, то он себя даже убьет. Может так, постепенно. Так вот, в отношении лекарств, я вот опять же мне рассказывал Юля, врач, если препарат хороший, действительно, там вот такая петиция и побочных эффектов. И там, чем больше написано побочных эффектов, ну, тем больше доверия препарату. Если ты берешь препараты, там написано, все отлично, никаких побочных эффектов. Испытания еще. Вот, вот здесь есть такое мнение, надо уже подозревать, что это за препарат. То есть все хорошо. Непроверенный, значит. А вот если берешь препараты, там очень много побочных эффектов, вот мне как объясняли, вот к этому больше доверия, потому что действительно его испытали там на много рядов, но берешь и боишься, конечно. Смотри. Есть препараты, которые вот передачи ведут, которые нельзя смешивать. Ну, я опять же, не Виктор Андреевич, я так. Сейчас бы он подробнее объяснил. Нельзя смешивать друг с другом. Ладно. Брат Сергий у нас прочитает сегодняшнего. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 4 глава. 5-6 стихи. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Толкование. Стоит сказать, откуда произошли самаряне и от чего получили они такое название. Самарон называлась гора от имени своего владельца, как и Исаия говорит, глава Ефрема Самарон, 7.9. Живущие под горою первоначально назывались не самарянами, а израильтянами. Но за оскорбление Бога они в разные времена предаваемы были ассириянам. Наконец, когда они вознамерились отпасть, ассириянин взял их в плен, и, опасаясь нового отступничества, не попустил им доли оставаться в их стране, но расселил их между вавилонянами и
медиянами, а оттуда привел из разных мест народы и поселил в Самарии. После сего Бог, желая показать варварам, что Он предал им иудеев не по бессилию своему, но за грех их, на переселившихся в Самарию варваров, напустил львов, которые погубляли их вообще. Когда об этом довели до сведения царя, он призывает к себе некоторых старцев иудейских, бывших в плену, и спрашивает, что бы нужно сделать, чтобы львы более не погубляли варваров, живущих в Самарии. Они объясняют ему, что Бог Израилев презирает на то место и не терпит, чтобы там жили не знающие законов его. Посему, если он заботится о тамошних варварах, то нужно послать иудейских священников, которые бы преподали варварам законы Божии, и таким образом Бог умилостивится. Царь слушает их и посылает одного священника, чтобы он преподал самарийским варварам закон Божий. Об этом читаем в 4 книге Царств, 17 главе. Но они приняли не все божественные книги, а только 5 Моисеевых. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Не отстали они совершенно и от нечестия, но по временам отставали от идолов и почитали Бога. Посему иудеи по возвращении из плена всегда относились к ним с ненавистью, как ассириянам по происхождению, и от имени горы называли их самарянами. А они сами себя называли потомками Авраама и Иакова, потому что Авраам был халдей, а Иакова считали своим по причине находившегося тут источника. Иудеи же считали со всеми язычниками и их, самарян, нечистыми. Почему в укоризну Господу и говорили: «Ты, самарянин» – Иоанна 8:48. И сам Он, Господь, говорил ученикам: «В город самарийский не входите» – Матфея 10:5. Для чего евангелист подробно говорит о местечке и колодезе Иакова? Во-первых, для того, чтобы ты не изумлялся, когда услышишь, что женщина говорит: «Отец наш Иаков дал нам этот колодец». Ибо место это было Сикима, Сихем, где сыновья Иакова, Симеон и Левий произвели жестокое убийство за то, что сестре их Дине причинено было насилие князем сикимитов. Потом из того, что евангелист передает нам о местечке и колодезе, мы узнаем, что отвержение иудеев издавна было за грехи их, и когда они оскорбляли Бога, тогда язычники овладевали их местами, и что они нечестием погубляли то, что патриархи приобретали верой во Христа. Посему нисколько не ново, если и ныне язычники введены в Царство Небесное вместо иудеев. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 7-8 стихи. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей: «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Толкование. Он для путешествия не употреблял подъеремных животных, но ходил пеший, научая и нас не требовать многого. Показывает вместе и то, что он совершал путь усиленно, а не беспечно. Откуда и мы научаемся совершать дело Божие с усилием и старанием. Так как вследствие человеческой природы он жаждал, то нуждался и в питье. Когда же он просит пить, с ним вступает в беседу женщина с душою любознательную. Что же нужно было делать? Уже ли отвергнуть женщину как любознательную и жаждущую выслушать разрешение своих недоумений? Но это отнюдь не свойственно человеколюбию Божию. Примечай, пожалуй, и точность евангелиста. Он не сказал утвердительно: «Был же шестой час, но, чтоб не погрешить против истины, сказал: было около шестого часа», сообщая достоверность своему слову. Иоанна 4, 9, 11.
Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, и колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Толкование. По виду и, может быть, по одежде, и по другому положению тела, и по самой беседе самарянка почла Господа за иудея, почему и говорит ему: «Как ты, будучи иудей?» и так далее. Смотри, как проницательна была женщина. Если бы нужно было беречься, то нужно было бы Господу, а не ей. Ибо не сказала: «Самаряне не сообщаются с иудеями», но: «Иудеи не сообщаются с самарянами». Однако же женщина не останавливается на этом, но, подумав, что Господь совершает дело противозаконное, исправляет бывающее не по закону. Христос открывает самого себя не прежде, как обнаружилась добродетель женщины. Когда же обнаружилась добродетель женщины, ее проницательность и точность, тогда уже начинает беседовать с нею о предметах высших. «Если бы ты, — говорит, — знала дар Божий», то есть если бы ты знала, что дарует Бог, что Он дарует вечные и нетленные блага, «если бы ты знала и меня, знала, что я, как Бог, могу дать тебе их, то ты просила бы и получила бы воду живую». Водою называют благодать Святого Духа, потому что она очищает приемлющих ее и сообщает им большое освежение, водою не стоячую, какая бывает в ямах и колодезях, гнилая и испортившаяся, но живою, то есть бьющую ключом, вскакивающую, быстро текущую. Ибо благодать Духа делает душу всегда подвижную к добру, всегда поглощающую восхождение. Псалом 8:3-6. Такую воду живую и всегда подвижную пил Павел, забывающий заднее и стремящийся к переднему. Филиппийцам 3 глава 13-14 стихи. Женщина говорит ему: «Господи, видишь ли, как скоро она отстала от низкого мнения и воздает ему большую честь, называя Господа. Однако же она не постигла глубины речей Христовых, но в ином смысле говорит о воде. Он в ином смысле понимает она». Евангелие от Иоанна 4 глава 12-15 стихи. «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нее источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Толкование. Иакова считает отцом своим и себя причисляет к иудейскому благородству. Когда женщина сказала: «Неужели ты больше отца нашего?», то Господь, хотя не говорит прямо, что я подлинно больше, дабы не представив еще доказательства своей силы, не показаться тщеславным, но приготовляет к этому своими словами: «Кто пьет воду сию, тот опять возжаждет, а кто пьет мою воду, тот не будет жаждать». То есть, если ты удивляешься Иакову, который дал воду сию, то тем более должна удивляться мне, который дает воду гораздо лучшую. Ибо вода, которую я даю, делается источником воды, постоянно и непрерывно умножающейся. Ибо святые не то только и сохраняют до конца, что получают от Бога, но через благодать они принимают семена и начатки добра, а сами приумножают их и возвращают. На сие указывает Господь притчу о талантах.
Матфея, 25 глава, с 14 по 31 стихи. И о содержателе гостиницы, Лука 10:35. Получивший 2 таланта через оборот в дело приобрел другие 2. Матфея 25:17. И содержателю гостиницы, принявшему из раненого разбойниками, Господь обещает: если что издержишь из своего, я отдам тебе. Лука 10:35. На это и здесь указывает Господь: я даю жаждущему воду, но вода, которую я даю, не остается в той же мере, а умножается и делается источником. Так, в оглашение Ханании Господь дал Павлу немного воды, Деяния 9:17. Но эту малую воду учения Анания Павел показал источником, так что потоки этого источника от Иерусалима достигли до Иллирики. Она кажется понятливее Никодима. Тот, выслушав весьма много подобного, говорил: как это может быть? Иоанна 3:9. А она начинает уже пренебрегать и источником Иакова. Если, говорит, ты имеешь такую воду, то дай мне, и я не стану уже ходить сюда черпать. Видишь ли, как она Господа ставит уже выше Иакова. Иоанна 4:16-22. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Толкование. Она, чтобы скорее скрыть, вместе получить, говорит: я не имею мужа. Теперь-то Господь через пророческое видение открывает свою силу, перечисляет прежних ее мужей и обнаруживает то, которого она теперь скрывает. Не пришла ли она в досаду, выслушавши это? Не оставила ли его и не убежала ли? Нет, она еще более удивилась, еще более укрепилась и говорит: Господи, вижу, что ты пророк. И спрашивает его о предметах божественных, а не о житейских, например, о здоровье тела или об имуществе. Так целомудро и благорасположена к добродетели душа ее. О чем же спрашивает? Отцы наши поклонялись на этой горе. Говорит это об Аврааме и его преемниках, ибо здесь, говорят, Исаак принесен им на жертву. Как же, говорит, вы говорите, что должно поклоняться в Иерусалиме? Видишь ли, как она стала выше? Незадолго перед этим она заботилась о том, чтобы не мучиться жаждой, а теперь спрашивает об учении, догматах. Посему и Христос, видя ее понятливость, хотя и не разглашает всего недоумения ее, ибо оно не имело особенной важности, но открывает другую, более важную истину, которую он не открывал ни Никодиму, ни Нафанаилу. Наступает, говорит, время, когда Богу будут поклоняться ни в Иерусалиме, ни здесь. Ты, говорит, стараешься доказать, что обычаи самарянские достойнее обычаев иудейских. А я тебе говорю, что ни те, ни другие не имеют достоинства, но наступит другой, некоторый порядок, который лучше обоих сих. Но и при этом я объявляю, что иудеи достойнее самарян. Вы, говорит, кланяетесь тому, чего не знаете, а мы, иудеи, кланяемся тому, что знаем. Себя самого причисляет и к иудеям, потому что говорит применительно к понятию женщины. А она разумела его как пророка иудейского. Посему-то он и говорит: мы кланяемся.
Как же самаряне не знали, чему они кланялись? Они думали, что Бог ограничивается местом. Посему, когда и львы их пожирали, как выше было сказано, они через послов донесли царю ассириан, что Бог места сего не терпит их. Однако же и после того они долго продолжали служить идолам, а не самому Богу. А иудеи были свободны от такого понятия, хотя и не все признавали его Богом всех. Далее. Ибо спасение от иудеев. Слова сии подают нам двоякую мысль. Или ту, что благо для вселенной произошли от иудеев. Ибо знание Бога и отвержение идолов от них имеет начало. И все прочие учения, догматы и сей самый род вашего поклонения самарянского, хотя неправильный, получил начало от иудеев же. Или он спасением называет свое пришествие, которое было от иудеев. Можно под спасением разуметь и самого Господа, который по плоти был от иудеев. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стихи. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Толкование. Хотя мы, иудеи, в образе поклонения преимуществуем перед вами, самарянами, но и образ иудейского служения напоследок окончится. И перемена произойдет не вместе только, но и в способе служения. И перемена сия очень близка и настала уже, ибо эти предметы не будут иметь значения во все времена, как имеют изречения пророков. Истинными поклонниками называет тех, которые живут по его закону, которые не ограничивают Бога местом, как самаряне, или не чтут его служением телесным, как иудеи, но кланяются в духе истине, то есть душою, чистотою ума. Так как Бог есть дух, то есть бестелесен, то и поклоняться ему должно бестелесно, то есть душою. Это означается словом «в духе». Ибо душа есть дух и существо бестелесное. А как многие, по-видимому, поклоняются ему душою, но не имеют об нем истинного понятия, например, еретики, посему и присовокупил им истине. Ибо должно поклоняться Богу умом, но также должно иметь и понятие о нем истинное, так как самаряне ограничивали Бога местом и говорили, что на этом месте должно поклоняться, а иудеев все совершалось в образах и тенях, то против отличия самарян употребляет слово «в духе», так что речь имеет такой смысл. Вы, самаряне, совершаете служение Богу какое-то местное, а истинные поклонники будут совершать не местное, ибо они будут служить в духе, то есть умом и душою. Не будут поклоняться под образом и тенью, как иудеи, но в истине, так как обычаи и обряды иудейские будут отменены. Так как закон иудейский, понимаемый буквально, был образом и тенью, то может быть слово «в духе» употреблено для отличия от буквы, ибо в нас действует уже закон не буквы, а духа. Ибо буква убивает, а дух животворит. 2 Коринфянам 3:6. Для отличия от образа и тени употреблено слово «в истине». Настанет, говорит, время, и настало уже именно время явления моего во плоти, когда истинные поклонники будут поклоняться не на одном месте, как самаряне, но во всяком месте духом, совершая поклонение не телесное только, как и Павел говорит, которому Богу я служу в духе моем. Римлянам 1:9. Будут совершать служение не образное, тенистое и указывающее собою на будущее, как иудеи, но служение истинное и не имеющее никаких теней. Ибо таких поклонников ищет себе Бог, как дух духовный, как истина истинных.
Евангелие от Иоанна 4:25-27. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Толкование. Откуда знала женщина, что придет Мессия, называемый Христос? Как они приняли книги Моисеевы, то из них и знали пророчество о Христе и то, что Он Сын Божий. Так слова «сотворим человека» Бытие 1:26 очевидно сказаны отцом сыну. Собеседовавший с Авраамом в палатке был сын. О нем пророчески говорил Иаков: «Не оскудеет князь от Иуды, пока придет, кому отложено». Бытие 49:10. И сам Моисей: «Пророка восставит Господь из братьев ваших, как меня, его будете слушать». Второзаконие 18:15. И многие другие места возвещают о пришествии Христа. Посему-то и говорит женщина: «Знаю, что придет Мессия». Когда таким образом самый ход речи требовал, Господь уже открывает ей самарянке самого себя. Если же бы он с самого начала сказал, что Христос – это Я, то не убедил бы женщины, да и мог показаться каким-то заносчивым и гордым. А теперь мало-помалу заставивший ее вспомнить обетование о Христе, он уже открывает и самого себя. Почему же он женщине сказывает, что он Мессия, а иудеям, которые часто спрашивали: «Скажи нам, ты ли Христос?», он не открывает себя. Им ничего не говорил он потому, что они спрашивали не для того, чтобы узнать истину, но для того, чтобы более оклеветать. А ей ясно открывает себя, потому что она благонамеренна. Она спрашивала простодушно, из желания узнать истину. Это видно из ниже следующего. Услышав откровение, она не только сама уверовала, но и других привлекла к вере. И во всем является женщиной основательной и верующей. В то время, как оканчивался уже разговор с женщиной и учение, пришли ученики и удивлялись его смирению, по которому он с такой снисходительностью разговаривал с женщиной, бедную и самарянкой, так как у всех был в славе и известности. Удивляются, однако же, не смеют спросить, о чем он говорит с нею. Так они были обучены и сохраняли должное от учеников уважение к учителю. В иных случаях они, по-видимому, смелы. Например, Иоанн припадает к груди, читаем в 13 главе 25 стихи Евангелия от Иоанна, приступает с вопросом: «Кто больше в Царстве Небесном?» Матфея 18:1. «Сыны Зеведеевы просят, чтобы одному сесть по правую, а другому по левую руку» Марка 10:35-37. В этих случаях они спрашивают о том, что их самих казалось и что представлялось им тогда необходимым. А здесь вопрос не занимал их самих так много и не был совершенно необходимым. И они не употребляют смелости как неблаговременно. Евангелие от Иоанна 4:28-30. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город. И говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Толкование. От слов Господа сердце женщины так возгорелось, что она и водонос свой оставила. Так скоро она воду Христову предпочла колодезю Иакова. И верою, обнявши ее сердце, возводится в звание апостола, учит и привлекает целый город. Поистине, душа, воспламененная божественным огнем, не смотрит ни на что земное, ни на стыд, ни на бесчестие.
Вот и она не стыдится обнаруживать свои дела, но говорит, который сказал мне все, что я сделала. Она могла бы сказать и иначе, пойдите посмотрите пророка, который пророчествует. Но она не говорит так, а презирает мнением о самой себе и имеет в виду одно только – проповедать истину. Не говорит утвердительно, что он Христос, но не он ли Христос для того, чтобы их самих привести к одинаковому с собою мнению и слово сделать более удобоприемлемым? Ибо если бы она утверждала, что он Христос, то некоторые, может быть, не согласились бы и приняли бы мнение ее как женщины отверженной. Источник крещения, которым он облагодетельствовал наше естество, как бы некоторую самарянку, сей источник крещения справедливо может быть назван источником Иакова, то есть запинателя, ибо всем источники всяк попирает дьявола. В нем и Господь разрушил голову дракона, которого отдал в пищу людям эфиопским. Псалом 73:14. Ибо драконом сим не иной, кто увеселяется и питается, как люди омраченные и черные по душе, не имеющие участия в божественном свете. Самарянка есть и всякая душа, которая неразумно подчинилась пяти чувствам, потом приняла и ложные учения, как бы шестого прелюбодея, но которой Иисус благодетельствует или крещением, или источником слез. И слезы могут быть названы колодезем Иакова, то есть ума нашего, попирающего злобу. Воду сию пьет и сам разум, и дети его помыслы, и скот его неразумные части души, гнев и пожелания. Ибо слезы служат освежением для ума и для помыслов, и для прочих сил души. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 31-34 стихи. Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Ученики, на толкование. Ученики спрашивали, то есть просили Господа есть не по безрассудству, но по сильной любви к учителю, ибо видели, что он трудился, что он утрудился от пути и от палящего жара. А Господь, зная, что самарянка привлечет к нему почти весь город, и что самаряне уверуют в него, говорит, «У меня есть, что есть». Именно спасение людей, потому что спасение сего я так желаю, что никто из вас не желает чувственной пищи. Пищи, которую я имею есть, вы, ученики мои, не знаете. Вы еще плотины и не можете понимать того, что я говорю прикровенно, а потому не знаете, что пищу я называю спасение людей. И иначе. Вы не знаете сей пищи, ибо не знаете, что самаряне уверуют в меня и спасутся. Что же ученики? Они еще недоумевают, не принес ли кто ему есть. Предложить же вопрос ему не смеют по обычному уважению к нему. Однако же он, хотя они и не спрашивали, объясняет сказанное прикровенно и говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Ибо спасение людей – воля Божия, и совершить дело Его. Пророки и закон не могли совершить дело Божие, потому что, являя собой образы и тени будущих благ, сами были несовершенны. А Господь совершил дело Божие, то есть наше спасение и обетование. И закон есть дело Божие, так как он написан перстом Божьим. Второзаконие 9.10. Господь совершил этот закон, потому что Христос есть конец закона. Римлянам 10.4. Он прекратил все совершавшееся в законе и от телесного служения возвел оное к духовному.
Господь часто говорит прикровенно для того, чтобы слушателей сделать внимательнее, возбудить их к исследованию и пониманию того, что говорится сокровенно. Называя спасение людей пищей, Господь научает учеников, чтобы и они, когда будут рукоположены учителя Вселенной, не заботились много о телесной пище, а все усердие прилагали к спасению людей. Делал же это Господь не потому, будто нуждался в услужении других, ибо Он сам дает пищу всякой плоти. Псалом 135:25. Но для того, чтобы приносящие имели награду и привыкали питать и других, и чтобы показать всем людям, что не нужно стыдиться бедности и тяготиться в случае питания от других. Учителям же свойственно и даже необходимо забота о пище возлагать на других для того, чтобы самим, не развлекаясь, совершать служение слова. Посему он даже и заповедал ученикам питаться насчет наставляемых ими. Лука 10:37. Комментарий на слова «совершать служение слова» Игнатия Тихоновича Лапкина. Когда сегодня приходится беседовать со священнослужителями и убеждать их изучать Слово Божие и поступать согласно написанному в Библии и непрестанно учить, проповедовать, они дают один ответ. Я не умею, у меня нет свободного времени, мне некогда. Каждый день службы, требы, вызовы. И действительно, свободного времени у него совсем нет. Следует сесть за стол с таким неумехой и попросить его спокойно посидеть хотя бы 5 минут. За эти 5 минут на чистом листе бумаги вы успеете написать все, что он скажет. Чем он занимается каждый день? Напротив каждого рода занятий нужно попросить такого трудягу выписать место Библии, которое подтверждает, что это занятие от Бога, что именно Создатель поручил ему этот труд, и за это спросит с него, потому что Бог будет судить нас только по Библии, только потому, что сказал Господь, а не потому, что измыслили люди за 20 столетий. Православие эта мысль не имеет никакой силы, потому что авторитет Библии равен нулю, а иногда даже отрицательный. Мы не баптисты, кто Библию читает, те все с ума сходят. Евангелие от Иоанна 12:48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евреям 4:12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Ни на одно описание работы не появится ни одного места Писания. А отсюда вывод, что осел был загружен под завязку чем угодно, но для Христа места не оказалось. Если священник будет делать только то, что предписывает Слово Божие, перестанет крестить безбожников, а будет их катехизировать, учить, перестанет причащать безбожников, а значит и отпадет надобность служения литургии каждый день, как некого магического действия, у священника уже появится полдня. Сегодня батюшки занимаются чем попало, но только не служением слова. Проповедь, научение Евангелию – вот основа основ для каждой души, и тем более священника. Когда Израиль вошел в обетованную землю, она была завоевана, то приступили к ее разделу по количеству колен в Израиле. Левиину же колену Бог не дал удела, не выделил отдельного района земли. Почему? Ответ только один. Они должны копаться, обрабатывать не землю и не в земле, но в Слове Божьем, исследовать его, упражняться в нем, быть искусными в Писании. Бог освобождает левиное колено от тяжких земельных работ и
11 колен дает им десятину всего, что они приобретут, и будут никак не беднее остальных во Израиле. Что же мы видим, происходит, и то же мы видим и происходит в Первоапостольской церкви. Принято решение освободить проповедников от прочих занятий, чтобы они могли посвятить все время проповеди Слова Божия. Да будет так и ныне, если мы Церковь Божия, а не самоизмышленная религиозная организация. Самарим, не развлекаясь, совершать служение Слова. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35-38 стих. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца... Так. Сергей, время у нас истекает. Сколько батюшка говорил тебе по времени надо? Регламент. Не говорил. Здесь? Не говорил. Нет, он говорил. Регламент не говорил. Он говорил. Вопрос не в регламенте, вопрос в том, что насколько это воспринимается. Спасибо, Христос, брата. Я теперь хочу спросить. Брат, ты можешь пересказать прочитанное? Тихо. Пересказать. Ну вот. Я могу. Ну вот все от начала до конца. Тихо. У меня вопрос. Пересказать это ты можешь от начала до конца все, что ты прочитал? Пересказать, я не говорю. Ну хотя бы чтобы. Вот, ну я засекал с 10 часов, то есть до этого было минут 15, наверное, ты читал. Там надо посмотреть, сколько по времени я. Ну, примерно полчаса, наверное, да, было? 45 минут, да? Вот. То есть цель прочитанного какая? Чтобы материал воспринимался. Ну, хочу поделиться опытом. Когда я готовлюсь, ну, сейчас я так не делаю, у меня сейчас кое-какой опыт есть. Я не скажу, что он идеальный, но я вот у меня текст, да? Я беру место, включаю секундомер. И смотрю, за какое время я прочитываю страницу. Я же не знаю, за какое время я буду читать. А мне надо уложиться в определенное время. У меня это примерно 7 минут, мне говорят. Но я не знаю точно по ролику. То есть так, чтобы люди сильно не уставали. Я прочитал текст, посмотрел. Так, вот столько абзацев, столько строк у меня вмещается вот в минуту. 5 минут и так далее. Ну, учитывая мою интонацию, мою скорость и так далее. Поэтому, ну, я рекомендую тебе на будущее заранее прочитывать текст и укладываться просто в него. В добродетели покажите рассудительность. Вот как я читал в «Добротолюбе» Антония Великого, когда подошли и спросили, а какая самая добродетель высокая? Пост, молитва, ну, ему перечисляют труд, разные добродетели. А он говорит, самая высшая добродетель – это рассудительность. То есть ты можешь поститься так, что заморишь себя, а потом впадешь в ропот. Ты можешь трудиться так, что себя истощишь. Ты можешь раздать все имущество свое, останешься сам без денег и опять будешь впадешь в ропот. Поэтому нужно всегда иметь рассудительность. Но это, конечно, это от опытности, чтобы опытность была. Поэтому брату рекомендация, чтобы заранее прочитывал текст и укладывался, ну, хотя бы в 10 минут. Бывает текст очень большой, но надо из него выбрать. Но то, что ты считаешь таким очень важным, тебя никто в этом не ограничивает, потому что и нас особо никто не ограничивает. Но представьте, сейчас, если бы я взял Златоуста и начал читать всю его проповедь. Вот брат, может, Севастьян подтвердит. Это очень большое количество времени. И был такой период времени, когда мы так и делали. Но начался определенный маленький ропот. И с другой стороны, я мог сказать, ну это же Златоуст. Слушайте, это духовный хлеб. Вы ропщите, вы там не такие, какие вы должны быть. Но мы так не сделали. Мы просто прислушались и сократили. И приходится просто брать текст Иоанна Златоуста, прочитали и сокращать. Мы первые начали сокращать Иоанна Златоуста? Нет. Уже до этого были сборники, прям есть фамилия, кто занимался именно выборками. Прям подписывает, что выборка сделана таким-то человеком. И просто из готового текста. Со ссылкой на источник. Поэтому, брат, в будущем старайся соблюдать регламент. Ну, примерно 10-15 минут. Потому что уже я вот сколько слушаю, у меня сил просто не хватает. Вначале ты запоминаешь, потом ты уже забыл предыдущее. И при этом я ни у кого не вижу листка бумаги и ручки, вот чтобы записывали текст. Вот вы записывали проповедь, то, что читал? Не успеешь.
А вопрос-то, если мы не запоминаем, не записываем, с какой целью мы тогда слушаем? Чтобы кто-то посмотрел, но каждый может и дома прочитать это все. Поэтому, брат, согласен с тем, что надо соблюдать регламент, или не согласен с этим? Что надо готовиться и выдавать. Я немного заступлюсь за брата. У нас было поручение читать, ну, как сказать, толкование на прочитанное евангельское чтение. Сегодня, да, сегодня оно слишком длинное. Да, брат добросовестно выполнял то поручение, которое ему было сказано. Читал толкование на все, да. Ну, но есть регламент. Нет, просто на будущее, нет, да, надо учесть, что оно не все воспринимается. Нет. Обычно евангельские чтения воскресные, ну, более короче отрывки. Сегодня он длинный, да. Тем самым укрепляем веру. Вера от слышания слова. Хорошо. Да. Очень хорошо читал, все понятно. Я вам хочу хорошо сказать. Главное, чтобы единственное, что, запомнить. Конечно, нет, запомнить. Мы это должны понять, принять, обновить. Вот мне, допустим, на заседании было, что я многого как подслушивала, как это у меня совпадало с тем, как я беседовала. И мне прямо даже это, ну как, входило в это состояние. Потому что нам это, мы читаем Евангелие, а это толкование, естественно, маленькое разное. Когда у нас проходит занятие, которое будет, ну подождите, сестра, подождите. Вот. Мы когда проходили, у нас прочитывается эпизод, и мы его обсуждаем. Ну, немножечко рассуждаем, потом читаем дальше, и так воспринимается. То есть я предлагаю точно так же делать, но так как у нас нет тут рассуждения, то хотя бы сократить это все. Это очень важно, запоминать, чтобы мы ушли отсюда. Я хотел обратить внимание на прочитанные проповеди, коротко очень, потому что я это хотел еще до евангельского чтения и толкования, а после него и особо захотел, чтобы мы немножечко вспомнили. Вот кто может вспомнить хотя бы то, что мы читали в церкви? Есть какое-то воспоминание немножко? Брат. Пробуй, я. О чем? Толкование Иоанна Златоуста на послание к Римлянам мы сейчас читаем. Ну, это не всегда оно будет читаться, потому что здесь бывает какое-то другое событие, мы другой текст подбираем. Бритентовый. Воспоминания есть или так немножечко ушло? Милости хочу, но не жертву. Да, это. Главное важно. Вот много говорилось о сребролюбии. Когда партизанская я готовился к чтению. Когда я готовился к чтению, я задавал себе такой вопрос. Ну, может быть, это не очень актуально. Вот так. Ну, вот была такая мысль. То есть это не значит, что я не буду читать, это просто такая моя частная мысль возникала. Ну вот речь идет о том, что вот нищий. У меня даже в какой-то степени даже до слез пробрало в каком-то моменте. Иоанн Златоуст как-то так читает, иногда так чувство поднимается. Например, я остро представил этого нищего, просящего, голодного. И вот идет человек, а что ты такой, ты лентяй, ты не работаешь, ты иди работай. Что ты просишь-то? То есть вот такое описал. А что делает этот нищий? Он начинает лгать. И вроде бы он неправильно делает. Иоанн Златоуст должен, как великий учитель вселенной, должен его обличить. Зачем ты лжешь? А он наоборот его оправдывает, говорит. Так он потому и лжет, что ты жестокосердный. Так чей грех выше? Твой жестокосердие, что он не может никакими средствами заработать и пришел уже, унизился, зело попросить у тебя, а ты еще его и получаешь. То есть как чей грех выше? Ну, конечно, лгать это плохо. Он не оправдывает, но сравни. И когда вот это я читал, меня аж пробрало так прям, аж немножечко. Думаю, ну да, сильно. И я прочитал, может быть, с нами этого не произойдет подобного случая, но поделиться мне хотелось. И я это прочитал. Кроме того, дается нам воспоминание о том, что сребролюбие, оно не только проявляется в том, что вот мы должны обогатиться. Пишут, ну, также я читал много монашеских патериков, читал и рассуждения учителей именно монашествующих, хотя там отдельная эта тема, но рассуждения были такие. Сребролюбие проявляется, даже если человек просто прилепляется к какой-то вещи. Вот все, это вещь для него, и он ради этой вещи, даже незначительной для многих, готов поссориться с другим, готов гневаться, готов. То есть, а все, сребролюбие на все может проявляться. Поэтому, если мы что-то ставим выше духовного, это может быть сребролюбием. Поэтому о сребролюбии речь всегда актуальна. И не надо говорить, так мы же не богаты, мы не миллиардеры. Нет, сребролюбие может быть везде. Мы время посвящаем больше делам материальным, а не духовным. Вот это уже сребролюбие. Мы стремимся
ну, жить комфортно, так нормально, как некоторые говорят. И в этом тоже может проявляться серебролюбие, если это идет в ущерб духовному. Вот. То есть, а мы об этом сегодня читали. Также читали о пьянстве. Это было вчера. Хотели что-то сказать? Нет, я хотела сказать, что вот ты, когда читал проповеди, вот очень хорошо читал, очень понятно, и там все хорошо растолковано. Ты сейчас как-то возвращаешься на это. Очень даже, вот знаешь, вот все подобрано, такие слова. Вот сейчас ты что говоришь, как-то это расходится как-то. Расходится. Вот с тем, что... Нет, ты утверждаешь, как бы сам себя утверждаешь. Но мы все поняли. Я думаю, слава Богу, я просто хотел сказать, как хорошо, хорошие ты подобрал, какие проповеди, Игорь, мы тебе благодарны. Ну вот их не надо комментировать, они прям шикарные. Я хотел спросить, просто запомнили что-то или нет. У нас была такая традиция воспоминания. Хорошо, можно как раз, о чем говорил Игорь. А я вот задал вопрос, а как раз Златоуст говорит, и вот Игорь не зря поднял этот момент. А сакцентировать на одной важной детали. Нищий и обычно мы люди, и нищие. Скажите, что он просит, нищий? Что? Ну, ответьте. Милостину. Ну, милостину. Что он просит в конкретном месте? Деньги, да? Деньги. И тут же говорит. Хлеба. Вот если бы он просил у вас серебро и золото. Нет, вот тогда бы вы еще возмутились, понятно. А он просит вот эти вот деревянные бумажки, медные медики ваши, и мы еще начинаем его упрекать. То есть, по большому счету, вот эти деньги – это пустышки, ничего не стоящие. И часто в литературе, и даже в современных фильмах, вы видели, когда фильмы катастрофы показывают, людей нет, вдруг раскрытые банки, валяются деньги, могут и золото, и серебро валяться, будете это есть? Вам это пригодится? И начинаешь понимать тогда. И он-то говорит о чем? Чем мы должны богатеть внутри души? Какое богатство? И он говорит, когда мы приобретаем то Царствие Божие, когда откроется, когда мы имеем вот эти богатства, о которых говорит Бог есть Дух, пока существует это понятие для нас. Духовное богатство и Дух. Будет и религия, и все остальное. И этим питается душа. И Иисус Христос-то что сказал? Моя пища какая? Ни деньги, ни что-то. А творить волю да, отцовскую. Да. То есть, оказывается, здесь подчеркивается очень маленькая деталь, что мы порой ценим то, что не является ценностью пустышки. А вот мне больше понравилось то, что когда ты сказал, что когда просят... Я прочитал, я не сказал. Да, ну ты прочитал, что когда просят хлеба просят, тогда вот это самая высокая милость, когда просят хлеба. И не осуждайте такого человека, отдайте. Не когда деньги, а когда хлеба, не когда серебро и монеты. Хлебом. Тут имеется в виду еще что? Важно, чтобы в добродетели опять показать рассудительность. Чтобы давать не на грех. Надо найти истинно нуждающегося. Я зашел в магазин строительный, в строительном магазине. Подходит ко мне женщина, одета нормально. Не сказать, что она как-то совсем нищенски одета. Подходит и просит у меня средств. Я решил спросить у нее, что и как. Оказалось, что это погорельцы. И это не первый раз. Она мне дала все паспортные данные, все, то есть человек порядочный. Но у меня жена, она активно занимается этими вопросами, узнает. Есть такой сайт «Облака» или «Общество Облака». В общем, очень много нужд, реальных нужд. Причем, если вы им помогаете мешком картошки, они этот мешок сфотографируют и выставят на сайте. У нас такое уже было. Вот. Поэтому есть нуждающиеся, их много. Это не то, что даже вот много собираю сейчас средств на лечение детей. Там по каналам по-разному, и через интернет. Вот этот мальчик болеет, девочка. Это все очень тяжело. А есть люди, которые вот сгорел дом реально, даже в Барнауле. У другого еще что-то произошло. Это вокруг нас постоянно какие-то нужды. И если есть сердце расположено, надо искать и помогать. Если есть такая, конечно, возможность. И эта проповедь тоже к этому относится. И молиться о тех людях, которые привержены пороку пьянства. Мы тоже об этом сегодня вчера читали об этом. Вот. Потому что человек, который привязан к этому пороку, он каким бы ни был талантливым, все это уходит сквозь руки. Вопрос можно? Вопрос. А бывает такая ситуация, когда просят что-то, а у тебя нечего дать. Вот можно человеку что-то дать?
в этот момент? Что порой требует, порой требует человек? Почему подходит? Порой, да, не для того, чтобы что-то получить. Иногда нужда в других людях подходит, спрашивает, а ему не это нужно. Ему теплоты не хватает. Вот что оказывается. Вот это есть человеколюбие. Мы даже, да, порой не знаем. Больше, чем а Господь про себя сказал, я есть хлеб, вот что нужно давать. Я тут тоже был случай на этой неделе, не буду. Человек мне выполнил работу, такую хорошую работу за деньги. Все, договорились, я отдал. Но одно дело просто выполнить, а другое дело с сердцем. Вот в чем вопрос. А так как я его не знал раньше, попросил. Ну, я был просто на мойке. Я поговорил с человеком, говорю, вот такая нужда, все, постарайтесь. Я с разными встречался людьми, так некачественно, там все обдерут буквально. И человек так все это сделал. У меня такое расположение, я не знал даже, чем отблагодарить. Я, конечно, заплатил, все это было. Но я ощутил какой-то недостаток, что этого мало. Я просто, я взял и подарил, ну, это лично взял, этому человеку подарил. Новый Завет у меня был. Вот. Ну, мы с ним поговорили. Все, слава Богу. Женщина, помолитесь о ней. Имя тут не имеет значения. Но ситуация сложная, с высшим образованием работает вот на мойке. Но, слава Богу, главное, что хороших специалистов, тем более подъезжают разные машины. Там миллионы там они стоят, и этот специалист вот к нему только идут, и все. Потому что доверяют технику. Вот. Но я говорю, вот этот раз такое у меня было состояние, что хотелось что-то дать. Если подойдет нищий, ну... Тоже спросите, что за нужда и как. Много всякого бывает. Ну, если нет никаких ударов. Или одну большую, или одну маленькую. Давай. Я постараюсь покороче. Просьба помолиться. Мы с братом Игорем Дебуновым и с Надеждой Васильевной просто воскрешение пошли на благовестие. В роликах, в принципе, все рассказано уже, кто смотрел. Но у кого нет интернета, я вкратце расскажу, чтобы помолились. Ну, в первую очередь обо мне, чтобы Бог дал разумение, мудрости, рассудительности, да. Как это делать лучше? Вот, потому что от своего ума можно нагородить такого, что потом, да. И вот. Но я молюсь Богу, и Бог, как мне кажется, Бог полагает на сердце добрые мысли. Кто-то может с этим не соглашаться, кто-то вот. Это не важно. Это не важно. Дело в том, что Господь мне положил на сердце пойти не как обычно на площадь Спартака, или мы вот там на улице благовествуем, а пойти на православную ярмарку, где собирается люд православный, жаждущий слышать ли Слово Божие, или еще чего-то, но не важно. Но мне почему-то Господь положил пойти туда. Я включил, взял Володину видеокамеру вот эту, включил ее, первое, что я увидел, священник или там, ну, в рясе человек сидит, играет на гитаре очень красиво, такой грузный, килограмм 120, наверное, и поет военные песни. Потому что был воскресный день, было преддверие 9 мая, 8 это, по-моему, было, я сейчас не скажу. 7 было мая. И вот он переделанный, вот эти вот, ну, не так, как вот День Победы у нас переделан, но что-то вот такое попоет патриотичное, что вот. Вот, я его снял, потом стоит мальчик и раздает Евангелие. Раздает Евангелие, мы с ним познакомились, он говорит, а я с вами по скайпу молился, занятия, которые я организовал по скайпу и утренние молитвы, я знаю Игнатия Тихоновича, и он стоит и раздает Евангелие, рядом священник, или, ну, с крестом, по-моему, я сейчас не помню, поет. Здорово, мы достаем Евангелие, у нас патриарши и Евангелие кончились, мы раздаем вот эти карманные, лига карманного чтения, то есть я... Сестра тут, Любовь Николаевна, говорила, что там текст какой-то, но читал батюшка, читал Игнатия Тихоновича, сказал, что текст очень близок к синодальному, и он не еретический. Обложка там, Лига карманного чтения, там Русская библейская церковь. Ну, они еретики, деноминация. Обложка еретическая, но начинка
синодальная, нормально. Вот. Я еще тем более на них проставил печать со своим телефоном. Православные занятия, чтобы люди не шли в секту, читая эти Евангелия, а приходили ко мне на занятия, к нам. Не в крестовоздвиженскую общину, не в храм, а просто на занятия. На занятия по изучению Слова Божия. На этих занятиях мы не призываем никуда идти. Я просто, вот этот мальчик приходил на занятия, он к нам не пришел. Он там, в Московской патриархии, трудится, раздает Евангелие. Но побудили его к этому, конечно, речи Игнатия Тихоновича, и все, что он читает, и что он издает, и за что нас так и ненавидит. Дальше мы повесили вот эти таблички у себя, вот покажи брату, занятия по изучению Библии, сзади, спереди, и мы с этими табличками входим на православную ярмарку, раздают Евангелие бесплатно, люди благодарят. Я снимаю камеру, где люди, очередь, человек 15, стоит с деньгами и покупает там, ну, я сейчас не помню что, но что-то покупает. Там духовная литература, такая дорогая, красочная, хорошая. Вот. Ну, покупает, и слава Богу. Дальше я еще перед этим Игнатию Тихоновичу предложил, а почему бы вам на ярмарке не выставить свои книги? Ну, пусть бы люди покупали. Ну, вон, да их и даром они никому не нужны, там люди не за этим туда идут. И действительно, он оказался прав. Я прохожу дальше, снимаю брата Игоря Лебунова, как он раздает Евангелие, люди благодарят, там, спаси Христос. И вдруг такие красивые-красивые иконы, у меня взор, я по иконам веду, и вдруг раз, торговец, здесь запрещено снимать, выключите камеру. Я говорю, здесь общественное место, вы, говорю, не имеете права мне запрещать. Если бы это была, ну, частная собственность, это, ну, ярмарка, вход свободный, вход бесплатный. Если я говорю, был, да, и я... Сняли, деньги заплатили. Вот. Кто снял? Нет, объясни, что это была территория оплачена, взята в аренду, это и приезжая ярмарка. Вы зашли на оплаченную территорию, вы не на улице же стояли, и на этих же заводах. Да, нет, мы зашли туда вовнутрь. Где все было аренда, где было общественное место, где... Как оно не общественное? Они выкупили вот конкретно территорию спортзала этого, или кто там, дворца спорта. Если в здание, то это будет аренда. Они, да, выкупили. Он вам и сказал, зачем вы под крышу зашли? Ну... Зашли. Я во-первых, не знал, что они выкупили. До конца, и мы потом... Вход был бесплатный, понимаете? Раз он для меня был бесплатный, если они выкупили, сделай вход 3 рубля, и тогда уже не общественное это место будет. Платный туалет – это тоже не общественное место. Но когда он открытый, уже общественное, когда туда трое мужчин заходят, тоже общественное место. Ты заходишь, Мария, платишь 3 рубля за вход, ходишь в огромные залы. И там снимают люди, понимаете? Снимают просроченные товары, снимают на видеокамеру. Их выгоняют. Их оттуда выгоняют, и ролики-то посмотри. И потом их оправдывают. В полицию зашел человек, снимает, полицейский делает ему замечание. Здесь нельзя снимать. Он вызывает, и ту полицейскую наказывают. Она не имеет права запрещать снимать. А в общественном месте запрет видеосъемки... Ну, хватит уже про это говорить. Дальше. Этот человек требует убрать видеокамеру. Я ему объясняю. Тогда он хватает видеокамеру. Вот эту. Где она? Вот она. Вот она. В руках. И видите здесь. Сломал трещину. Вот, монитор. То есть она сейчас вышла из строя, она не снимает. И он бросает ее. Вот. Он хватает вот так вот ее рукой. Я его хватаю за руку, чтобы он не оторвал вот это дело. Потому что оно же, видите, как здесь. Очень маленькое. Я его хватаю, сжимаю эту руку, вытаскиваю камеру. Вот. И меня охранники буквально прям выносят оттуда, с этой ярмарки, с возгласами сектанты, еретики там. Все такое. Вот. Я сейчас владыку там, ну, то есть там что-то такое. Я выхожу, я открываю, камера сломанная, я звоню в полицию. Потому что вещь не моя, вещь дорогая. Володя 3 года назад за нее 17 тысяч своих кровных отдавал. Вот. Я пишу в полицию, он пишет на меня встречное заявление. Вот это о нем, его зовут Александр, о нем я прошу помолиться. Встречное заявление, что я ему сделал больно. Да скажи, брат, как Игнат Тихонович прокомментировал? Сделал больно. Вот. И еще, что я ему должен возместить тот ущерб в размере
30-40, он сказал. Говорит, я за прошлые года поднимаю. То есть он за день поднимает с этой точки 40 тысяч рублей. Я ему эти деньги должен возместить за то, что я сорвал ему торговлю в воскресный день на православной ярмарке. Вы понимаете? Очень плохо ты сделал. Очень плохо. Тихо. Давайте брат скажет, потом обсудим. Чем дело кончилось? Дело кончилось тем, что приняли заявление от меня, приняли заявление от него и разошлись. Примирились, да? Нет, я когда начал с ним в полиции разговаривать, я говорю, ну вы вот, он два православных, полицейский, говорит, вы не поделили два православных. Мне там тоже там пишут, что ты христианин, если тебя просят там рубашку, отдай ему другую. Во-первых, он у меня рубашку не просил, он сорвал камеру не мою, вещь не моя, мне за нее отвечать материально. 21 тысячу я заплатил за новую вот эту камеру, которая снимает. Свои деньги. Ну вот. Ну, я не знаю, может я не по-христиански поступил, но вот поэтому молитесь, может я не прав, помогите мне. Мудрость, брат, вот. Подожди, да, прокомментируй. Вот. Ты до конца все расскажи, чтобы было. Вот, а чем кончилось? Чем кончилось, что я сейчас не знаю, как быть дальше. То есть я там слышал в полиции, что они между собой говорят, нету, у него не было умысла. И он говорит, это не я тебя ломал, ты сам ее сломал. Ты сам ее сломал. Вот, ну, как бы бодаться, не бодаться, как бы там уж суд решит, как он решит, в его пользу, ну, значит, на мне ущерб. Возместит, возместит. Вот. Ну, Игорь там тоже, Дубунов тоже говорил, там ролики много, и сейчас вот и помолитесь, чтобы сейчас вот там у них разговор с владыкой. А, и самое интересное то, что потом, тихо, вышел владыка Сергий, и когда мы были в полиции, там оставалась Надежда Васильевна. И Надежда Васильевна ему объяснила всю эту ситуацию, там на нас начали как бы жаловаться, что вот сектанты, еретики. А он, что вы здесь раздаете? Взял вот эти Евангелия, посмотрел, взял эту пачку, положил себе в карман и сказал всей вот этой вот, как на тихонечке, Кодли Патриарша, он сам смутище этот Александр, торговец. Ну, вот. Он говорит, этих людей не трогайте. Ну, вот. И говорит, они, у них там документа нет, они не имели права снимать. Они говорят, только по благословению. Меня аж так это все вот внутри. То есть, если благословит владыка, снимать можно. Если не благословит простой простолюдин, то есть ты богатый, ты иди сюда, а ты бедный, ты там постои. Ты там. Вот это меня возмутило, и почему? То есть, и он говорит, там печать наша, крестовоздвиженская община, вот, которые бланки на благовестие у каждого мы имели, и Надежда Васильевна их показывает. А они предъявляют, а ваши, владыка Сергий, подписи там нету, поэтому мы их выгнали оттуда. То есть применили ко мне насилие и еще, понимаете. Вот. И меня же еще обвиняют и заставляют платить. Ну, я считаю, это возмутительно, я против такого как бы отношения. Вот. И владыка говорит, да что подпись, давайте я еще печать туда поставлю. То есть они готовы, и говорит, нам такие люди нужны, активные, владыка им говорит. Вот. Ну и дай бог, что вот у него такое расположение. И это, и вот сейчас вот и на Игнатия Тихоновича, я на нем тоже помолился, что на нем большой груз. И Игорь еще задает вопрос, говорит, Игнатий Тихонович, вы знаете, что батюшка поминает патриарха Кирилла Московского и владыку Сергия на наше богослужение? Когда он говорит, нет, я не знаю. То есть этот вопрос они не обсуждали, это уже другая тема, но об этом тоже нужно молиться. То есть батюшка конкретно сказал Игорю, я не вечный, вот вам мой завет, я умру, идите в Московскую патриархию. Игнатий Тихонович говорит, вот вам мой завет, я умру, ни шагу туда. Я ему говорю, Игнатий Тихонович, вы договоритесь, два духовных лидера между собой, как нам быть? Сереж, а ты сам-то как думаешь? Сами-то как-то, ну, как-то сам думаешь? Я думаю, что будет раскол. Он у нас уже был, когда нас туда сватали, в Московскую патриархию. И когда нам запретили там же съемку, прежде разрешив, Игнатий Тихонович встал и ушел. А остальные, батюшка, и же с ними остались там. Ну, это не был раскол, там совсем немножко не так было. Ты, брат, прокомментируй, как Игнатий Тихонович прокомментировал эту ситуацию. В роликах там. Игнатий Тихонович сказал, что снимать был не надо. И все. То есть человек, который
всегда за съемку, в данном случае конкретно сказал, эта ситуация, что снимать было не надо. Сказать не надо было съемку это вести. Сказал человек, опустил и ушел. То есть да, получилось. Да. Вот, Сереж, ты просишь помолиться, мы, конечно, помолимся. Потому что такие ситуации, например, тех, кто не идет благовествовать, не коснется. Да. Мы за тебя помолимся. Обязательно, я думаю, сестры помолятся. Обязательно. Что-то я говорю за всех, да. Но ты как-то имей смиренно мудрее. Ну, сказал он тебе, не снимай, разверни ты камеру. Другие тебе же не говорили, не снимай. Ты вот пока шел, пока Игорь дошел снимал. До него, там вот, снимай, как братья, там ну, благовествуют. Да, совет... Вот так. А вот ты начал снимать, ну заортачился, ну что-то ему не понравилось. Отойди не с миром. Давайте повод, ищущий отойди повод. С миром, все. И все. Отвернись в другую сторону, и там ярко. Вот, да, я возвращу, понимаешь, когда Христос пришел в храм и увидел торговлю в храме, он сразу же, а мы не в храме торгуем, но в воскресный день, понимаете, я увидел это безобразие, я возмутился, я хотел это, я не брал бич, не выгонял их, я просто снимал, и меня из-за этого вынесли оттуда, и назвали меня хулиганом и должником. Дело в том, что я не Христос, я христианин, у меня должны такие же чувствования, как у Христа Иисуса, я вижу эту мерзость. Да не было у Христа смирения, когда он возвел к миру. Это же было, ты сравниваешь, что две разные истории. Вот молитесь за меня, чтобы Господь дал мне. Христос из храма выгнал торгующих и покупающих. Но ты пришел туда не изгонять же, во-первых. Ты знал, что ты идешь там, где место торговли. Я считаю, даже мне не грех зайти туда в воскресенье что-то купить. Это даже не двор храма. Это спортивный там комплекс, вот этот, там, ледовый. Там, где можно покупать. Да, почему, там не запрещается, даже по канонам не запрещается нам купить. Если нам не запрещается, то им не запрещается там вести торговлю. Давайте один говорит, другой. Не запрещается кем? Не запрещается епископом. Но Богом, я считаю, запрещено торговать в воскресный день. И что нужно слушать, Бога или человека? А я жду. Кого нужно больше слушать, Бога или нежели человека? Ты, можно, да, сказать, ты считаешь потому, как святые отцы каноны написали? Или ты просто считаешь? Вот ты говоришь, я считаю Богом запрещено. А я, например, считаю не запрещено. Но дело не в том, как ты считаешь и как я считаю, а как нам оставили святые отцы считать. И по этим мы отличаемся от сектантов. Не как Маша думает, как Валя думает. Святые отцы собирались. И сказали, что в воскресный день торговать можно. Сегодня ярмарка в Потеряевке. Батюшка объявила. Да, в воскресенье. Да, вот. Тоже считаю, что я считаю, что это грех. И даже не православная. Творог будут торговать. Да, сказал, нет, я пока говорю, разве можно? Ты же сам сказал, извините. Не перебивать никого, пока говорить. Я просто хотел сказать. Говори. И даже не православная. Там творожок, медок привезут. Он, батюшка сам говорил, натурального происхождения, продукты питания будут торговать. Возможно, там досочки принесет Андрюша, который сам делает своими руками. Поэтому... В чем грех-то? Ты ни разу не ходишь в магазин в воскресенье, не покупаешь булку хлеба. Никогда. Вот как ты уверовал, Сереж, и ни разу не сходил. То есть я договорю, ладно? Когда? Чего я договорю, сказать, ладно? И пока то есть получается какое-то... А что ты в воскресенье торгуешь? Мне, в принципе, нечем торговать. Ну, а если бы было, ты бы торговал в воскресенье? Ну, я не знаю, Сереж, сейчас зачем говорить то, о чем нет? А я знаю, то, я бы не стал бы торговать в воскресенье. Я в воскресенье. Ты на... А ты в воскресенье... Остановитесь, братья, сестры. Надя хотела что-то сказать, и потом мне дать слово. И Игорь, и Сережа молодцы. Они немножко не тактично там где-то себя ведут, это постоянно получается. Но зато тактичные братья не идут на это. Да. Тактичные братья едут домой после службы, не идут на проб, не несут Евангелие. Все знаю, собрались, детей посадили, мы все и поехали домой. А они вот такие нетактичные. Нужно помолиться, чтобы у них вот этот момент сложился, да, вместе. И что ревность проповедовать. И вот так-то немножко. Я вижу только одну ошибку об этом. Там Игорь сказал, все было бы хорошо, если бы вот он, доснимая иконы, и тот сказал, не снимайте. Отвернулся бы от него и ушел. Все, не было бы ни конфликта, ничего. Говорит, брат, ты меня снимай, книги снимай. И тот бы замолчал, стоял бы, торговал. Не факт. У них там табличка была, они бы доподняли, и все равно бы канал. А ты вернулся, направил ему на лицо и стал с ним беседовать. А почему вы мне запрещаете? И начали выяснять отношения, пока он не схватился за камеру, не разозлился окончательно. То есть ты его спровоцировал. Вот только этот момент, и все дальше закрутилось. Ну и потому что я вот эти ролики посмотрела. А все остальное, ну, помоги вам, Господи, вот эту ревность не потерять, все-таки идти, благословать. И за, ваших мужей молиться, чтобы ваши мужья тоже ревность имели ходить. Я смотрел ролик этот, сестры, и у меня были двоякие чувства. Первое, что Галя сказала, действительно,
что благовествовать надо, это сложно, не все тебя понимают, хотя ты идешь с благими намерениями, я думаю, что ты что-то им хочешь подсунуть, вот, но, брат, все-таки надо рассудительным быть, и мне очень не понравилось, как вы с Игнатием Тихоновичем разговаривали, он, понимаешь, он сам прошел через это, если бы это говорил там я, там, или еще кто-то, кто не имел опыта проповеди, это одна ситуация. Но человек, который за благовествование был в тюрьме во времена советской власти, который человек, ну, все это, как говорится, организовал и тебя выучил, по сути дела, он тебе говорит, не надо, а ты говоришь, а мне Дух Святой подсказал. Он тебя спрашивает, а Дух ли Святой? Ты говоришь, а разве это не Дух Святой? Он говорит, я ведь не утверждаю, что не Дух Святой, но Дух Святой. То есть вы себя вот как-то пошли буром. Соответственно, если вы с тем же Духом и проповедовали, то можно было и понять, почему это произошло. С другой стороны, я опять же в защиту скажу, что действительно, если ничего не делать, никаких трудностей не будет. То есть одна, ну, брат, рекомендация, быть рассудительным и молиться. Кротким. Быть рассудительным, да, и кротость. Если говорит он, в частности, Игнат Тихонович, не надо было в этом случае снимать. Но в этом случае не надо было снимать, в другом можно. И ситуаций очень много будет. И надо в смирении это просто принять, то, что вы слышали. И вот я тебе рекомендую подойти к Игнату Тихоновичу, все-таки, ну, попросить прощения, что ты там вот как-то на него, что вот. Он тебя уже и уговаривает, и все. И я почему его так понимаю? Что с одной стороны он не может сказать, ребята, вот не надо теперь этого делать. Надо это делать. Надо. Но как это делать? Это целая конечно, наука. Да. Я даже ничего не могу сказать. Можно я? Да. Сереж, тут вот о чем. Ты правильно говоришь. По сути, ты прав. Абсолютно правильно действуешь, но забываешь про одну очень маленькую деталь. А почему не в субботу, шаббат? А вдруг зацепился за воскресенье? То есть как законник поступаешь? Тут вот нужно помнить, что Господь сказал, будьте мудры, как змеи. Помните? То есть с данной ситуации, вот Игнат Ильич бы сразу мгновенно бы среагировал на это. Да. Можно было повернуть в свою сторону, более того, подошел бы и сказал, вы, у вас книжки такие, православ, богатство какое, вы позволите снять вот это богатство, которое, да, разрешение, вы позволите? Я такого не видел. Когда еще у нас православные так торговали, еще открыто сделали? Можно было не, повернуть. Я ему так и сказал. Да, поэтому. Может быть, надо было повернуть. Вот. А вопрос другой, что противление твое как раз, говорит, а может быть, от Духа, произвело вот такую ситуацию, понимаешь? Что сатана не дремлет. Да, сатана не дремлет. Но я к чему хочу сказать? Не в этом главное. А помните, что наступают такие времена, о которых Господь говорил, что будет закрывать. Это только сейчас началось. Это вот уже вы видите, ощущаете на себе, камеры бьют. А будет по-другому. А потом будет арестовывать, прям-прям хватать будет и все. Значит, нужно нам поступать как-то по-другому. И нужно быть умнее их. Почему? Голову сохранял змей, чтобы не сохранить тело и хвост, он сохранял голову. Главное. Почему мудрость змея в чем проявляется? Потому что, когда его кусают, бьют, он сворачивается в кольцо и закрывает голову. Самое главное, нам нужно сохранить свою веру, сохранить себя в этом плане. Почему? Власти так делали и будут делать всегда. Это нужно просто помнить. Поэтому, по сути, да, ты прав, потому что никто не имеет права. Но нас будут ограничивать сейчас в одном месте, потом в другом, потом в дома будут заходить. И что вы там читаете еще на каком основании? Ты уже будешь защищать не просто общественное место, а личное место будешь защищать. Так что надо быть просто мудрее. Ну, да, можно сказать? Я хочу сказать последнее слово, что... Ну, вот ты, Сереж, осуждаешь тех, кто торгует, да? Говоришь, торговала бы ли ты? Там у них работа, они торгуют, продукты питания. Вот сейчас православная ярмарка. У тебя другая работа, ты дрессировщик собак. Ты по воскресеньям пару ездишь на соревнования. Почему ты не считаешь это за грех? Я покаялся в этом. Я не стал делать. Были в этом году в воскресенье соревнования, я не поехал. Я не хочу цепляться, я провожу аналогию, как бы, что... Понимаешь, ну, Галя, я покаялся в этом, поэтому я и стал... Я его не осуждаю, я разве осудила? Я спросила покаялся. Его, почему он это делает. Мне Игнат Тихонь сказал, не надо это делать, я покаялся и перестал это делать. Раньше я считал, что я же там не зарабатываю деньги, я свои трачу. Вот. А сейчас я понял, что ну как, я свои трачу, но реклама это же тоже работа. Я рекламирую себя, ну, свою. Как, с вашего школу. Разрешения закроем этот вопрос. В конце концов, просто сказать, во все надо делать по благословению. Именно не просто там пошел какое-то благословение. В частности, Игнатию Тихоновичу надо было сообщить. Он говорит, я даже не знал, что вы пойдете. Ну, я опять же тоже и ошибки делаешь. Не могу никого осудить даже. По благословению. И рассудительность должна быть. Помолиться, посоветоваться и сделать. Тем более, действительно, все очень сложно в этом вопросе.
Если ни у кого нету, да. Надо, наверное, молиться за то, чтобы они примирились с этим человеком. О примирении, да, потому что там уже, видимо, на принцип пошли люди. Тут мы с Сережей примирились, извинились друг перед другом, понятно. Да, потому что заявление заберут. Тут уже ерепениться не надо, примириться надо. Да, это будет самое наилучшее. Помолиться о примирении сторон просто, чтобы да, Господь помоги. Смягчил его сердце, этого Александра, и Сергей, чтобы свои выводы сделал. Что тут, видите, материальная сторона. Да. Материальная, внешнематериальная пока. Но Сергей, да. Нет, подождите, пока пострадал Сергей, камеру потерял. А там еще неизвестно, если... была бы торговля, не была. Поведение его привело к последствиям. То есть причина была, результат вот такой. Схватились, подошли. Если бы не спровоцировали, не подходил бы, не делал. То есть это очень просто. Но теперь, конечно, кто будет выплачивать, это обидно, но... Еще дело считал, в том, что надо исправлять. По нашим поступкам судят и о нашей общей общине. Да, да. Да. То есть получается, скажешь, вот ребята так ведут себя, значит все такие. Все разные. Все разные. Без благословения пошли на проповедь в данной ситуации. Надо было подойти предупредить. И, может быть, Игнат Тихонович бы как-то бы подсказал бы что-нибудь наверняка. А это еще будут ситуации. Вот. Ситуаций может быть много, но схема простая. Благословился, кому ты доверяешь, кому ты считаешь духовным человеком, посоветовался, попросил молитвы и пошел. Вот. И в работе у меня бывает ситуация, я просто звоню Игнат Тихоновичу. Мы редко общаемся, но опасная ситуация, я просто пошел, помолитесь, и Господь чудным образом, ну не только Игнат Тихоновичу, но прежде всего ему, конечно. Вот можно еще два слова буквально? Я боюсь. Благословение. Что? Когда мы ходим у благовестия, люди часто задают вопросы, а кто вас благословил? Это очень неприятный вопрос в нашей ситуации, понимаете? Когда один епископ от нас ушел, другой нас тоже бросил, предал, понимаете? И когда я батюшке конкретно в лоб задаю, а что мне отвечать? И батюшка тоже, он не сказал, я вас благословил. Он сказал, говорите, что вы Алтайская епархия, Московский патриархат. То есть батюшка тоже от меня отрекся, понимаете, я говорю. Брат, ну как мне, понимаете? И когда эта заварушка затеялась, он сразу, Игорь, говорит, а я вас не благословлял туда идти. Дыбунов Игорь, когда с батюшкой начал разговаривать на эту тему, и батюшка, почему вы... без ведома Игнатия Тихоновича сватаете нас в Московскую патриархию. Не было ни голосования, ни ничего. Почему? Ну, я не вечный. То есть батюшка так решил, это его решение. Я не хочу туда идти, где ломают камеры, где торгуют, где нарушаются все. Я не хочу с ними соединяться. Ну, это другая уже тема. Это совсем другая мы тема. Порой, да, это не лучше. Нет, это другая тема. Это да, еще тема. Отдельно надо разговаривать. Я говорю о благословении, чтобы двояко не толковали. Говорю не о том, что благословил, когда задаю тебе вопрос, кто тебя благословил. Я не об этом говорю благословение. Я говорю о благословении того человека духовного, которому ты доверяешь, твоего духовника. Вот я о каком благословении говорю. А я приду, допустим, в другом городе, а тебя благословил там местный настоятель. Да я его даже не знаю, этого местного настоятеля. Но меня благословил мой духовный наставник, духовный отец меня благословил. Меня благословил Господь, он я уже иду благословленным. Вот об этом я благословение. А сейчас вот эти благословил, не благословил, кто? Вот я об этом, ты понял, Сереж, о чем я говорю? О благословении того человека, которому ты веришь, доверяешь, духовного наставника. А то, что спрашивают, тема, ты говоришь, там, бросил, не бросил. Это отдельная тема, я думаю, ее надо разбирать в присутствии Игнатия Тихоновича, батюшка приедет, чтобы это все было. У меня другая точка зрения, я не думаю, что там кто-то кого-то бросал, но это отдельно. Я думаю, батюшка очень мудро поступает, очень мудро. Я постоянно удивляюсь, и Игнат Тихонович об этом говорит. Я это говорю, вот, и если бы я даже повторил слова Игнатия Тихоновича, я бы не согрешил. Но вот у меня от сердца это идет, от себя, что это очень мудрый человек, батюшка. Как он в сложных таких ситуациях умеет найти контакты, когда с одной стороны вот такие братья ревностные, вот там такие, и с другой стороны он священник, он должен быть священником. И он приходит и налаживает контакты, я просто удивляюсь. Это наука мне пока непостижимая. Это просто благодать. И многократно Игнат Тихонович об этом говорил. Поэтому, брат, тоже будь осторожен. Ну, помолимся, кто у нас тут остался? Все разбежались. Ну, давай. Они убежали, кто-то не смог. Да. Давайте. Все, молитва. Все, молитва.
Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззаконий, которые в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услыши просьбы наши. И о рабой Божьем Вениамине помоги, Господи. Укрепи, вразуми, наставь на путь истины. О братьях наших путешествующих в Потеряевку, Господи, помоги им. И возврати их с миром. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Без совете и гордости. Без совете и гордости. На коня ведущих погибнут. Без совете и... Совет. И еще что второе. Без советия и непослушания. Непослушание? Без советия и непослушания. Ну вот. Видишь, как вот так порой. Хлеба-то опять нет. Пост и милостыня — это крылья для молитвы. Ну так и есть. Без хлеба. Дай Бог, чтобы все служилось. Спасибо, Христос. Ты это, ты характер свой, нет, самое, ты берешь пример с кое с кого, ты знаешь с кого. Кто разбил эту камеру, тот виноват. Виноват он, что он схватил. А что тебе сказали в мастерской? Еще не был? Я пока не был. Съели вот... там, заменят это, шлейф, это, камеру, и можно отремонтировать. Я думаю, это можно сделать. Заказать, и все, будет дешевле. Установи. У меня тоже лежит он поломанный, еще там шлейф порванный. Лежит. То есть вот эти мониторы, они отдельно как бы продаются? Конечно, конечно, да. Конечно, да. Там, если сломали, может быть, надорвали, или, то есть меняется камера сама, то есть это экранчик. Угу. И вот этот механизм тоже могут да, там, то есть там, ну если там что, прям сломано, да? Да. Восстановить? Ну посмотри, по-моему, нет, не успел. Именно вот этот треснул, просто я сразу схватил. Если сам экран, то замена. А пластмасски все, корпус целый. Да вроде. Ну и все тогда. Спасибо, Христос.